Новый вопрос и ребус относительно плиточки крупноформатной нашей. Вот, вы скажете, ну все, у вас без проблем ничего не обходится. Вечно какие-то у вас проблемы. Что вы за сотрудники такие? То бетоноконтакт у них, то еще что-то. То кашу маслом не испортишь. Да, то у них технология не та. А теперь вот за плитку взялись. Что на этот раз не так? Мы просто мастера универсалы. У нас есть на что списать. Да, мы всем занимаемся понемногу. Не, может быть, конечно, мы не правы. Может быть такое. Мы не правы, потому что мы эту плитку не укладывали ни разу. Это на стене будет панно такое. Не, может, мы слишком привередливые. Ну, давай разберемся в этом вопросе. Мы привередливые или все-таки плитка привередливая? Ну, давай, ладно, посмотрим, как мы будем привередливы. Вот смотрите, у меня правило. Оно, мы уже говорили, да, 2,40 на 1,20 м. Да. Я беру. Ты берешь. Правило. Приложил, вот смотрите, вот двумя руками к одному краю. Да. Ну, теперь свести тот. Пальчанка пролазит. Ну, меня вплотную. Вот я надавил, я держу. А давай теперь я придавлю. Оп. Ну, у меня тут пролазит. Пожалуйста. Странно. Смотри, середина такая же петруха. Вот если я, смотри, на середине держу. Вот, приблизительно середина. Здесь вплотную, вот отходит у нас. То есть с той стороны отходит, и с этой стороны отходит. А если к одной стороне прислоню? Ну вот, если я прислоню, ну здесь вот меньше, видишь? Да. Бац, вон там, вот такая щелька. Здесь, да, вот прям палец пролазит. Ну и тут наоборот, если у тебя там... Ой, потише, ё-моё, а то мы сейчас ушатаем еще. Раньше времени обрадуемся. Вон другое. Ну понятно, то есть здесь прям космос, космос, космос. О чем этот космос нам может сказать? Ну здесь даже так видно. Как класть? Люди добрые. Кто-то может сказать, ну какие же вы мастера, если вы не знаете, как это делать? Не, понятно, под гребенку. На ляпушки не будем. Что? Центр возьмите, осадите. Ну вот смотри, как мне надо осадить вот этот центр. Я боюсь, потому что уже я сломал ролик, и ты. Вот я жму. Да. И жму прям нормально. А ну-ка отпусти. А ну-ка надави. Да, я чувствую. Ну, я, кстати, тоже давил. Просто это одним полотном будет. К ней примыкание плитки там другой не будет. А, ну будет, но он там разделение. Да. В основном это фрагмент на простенок. Да, на СВП-шку как? Её, то есть никак. То есть получается, надо будет как-то середку правилом, да, там. В другую стену как-нибудь. Распирать. Или коленкой кто-нибудь упер. Ну, а другой момент. А не отщелкнется ли она потом? А ну-ка вот смотри, вот у нее с той стороны. У нее даже поверхность гладкая. То есть у нее поверхность гладкая. Или делать так. Здесь на гребенку примыкание, а там на ляпушке. Ну, как обычно. Вот здесь горбик будет. Нет, ну тут она вот ровно примыкает. То есть вверх-вниз. Ровно под гребенку сделать, допустим, на там 40-30 сантиметров, да, ты там провел с одной стороны. А где у меня хотел показать? Ну, нету тут. Ну вот, допустим, пусть будет у меня, да? Зубчатый. Я вот на эту длину так низ провел, вверх так тоже провел. Ну, то есть. Типа здесь, как рамочка. Да. А здесь накидал ляпушки, и она сыграет. Все. Здесь плоскость будет держать вот эти части, а здесь на ляпушках. Есть такой вариант. То есть ляпушки, ну тогда у тебя бугорок так и останется посередине. Ну это уже плитка такая. Не, ну если на плитку сослаться. Я сейчас другое, мне как приклеить ее, не как что она. То есть то, что горбик, это тебя уже... А что, если перетачивать ее было, вот как, что с ней сделать, вот скажи. У меня есть несколько вариантов. Ну давай. Можно по центру шинкануть ее. Разрядить горбик. Вот так вот? Прям порезать посередине ее. Это сломать плоскость, ты имеешь в виду? Да, да, да. Ну тоже. Шовчик еще дополнительный. Тоже вариант. Тоже вариант. А можно, знаешь, как сделать? А, можно вот прям вот по шашечкам вот так вот прям раз-раз-раз-раз-раз вот так вот вырез. А самое интересное другое. Зачем это надо? Скажите мне. Вот смотрите.
приобрели плитку, привезли. Заказчик говорит, плитка уже готова, хочу купить и тому подобное. Можно, мы как бы пол залили там, ну, в принципе, да. Давай посередине комнаты, мы уже показывали, там выгрузим, освободим. Нам не мешает там не шпаклевать ничего. Что с этой халабудой делать? То есть, получается, мне надо сейчас здесь шпаклевать там финишку, что-то, мне надо ее отсюда унести, куда-то поставить. А сколько раз я буду делать это? Отнести с одной стенки на другую стенку? Да. И какая вероятность того, что я ее еще не щелкну до того, как я буду ее ставить уже в ванной комнате? То есть горбик – это самая меньшая проблема. Да, проблема в том, что сейчас с ней делать и как ее не коцнуть. А помимо нас сейчас придет сантехник, который будет включать, делать разводку, еще кто-то. Помимо меня со мной работает напарник, помимо меня работает подсобник. Что? Вот как? Да. И потом докажи, что это не ты коцнул. И, да. 66 килограмм, как-никак. Опасная штука. Очень опасно. Самое главное, у кого-то был если опыт клеить такую плиту, такую кривую. Ну, конечно, есть опыт. Люди-то и плиточники. Как она сыграла, не сыграла. Что от нее ожидать? Какие и стоит ли этим заниматься, равнять или приклеить как есть? С бугорком по центру. Вот. Но на самом деле, как бы есть опасение, что она отщелкнется. Потому что, ну, я еще соглашусь, вот, например, гипсокартон ты намочил, он раз форму приобрел, да, там, к примеру. Но здесь она все время будет стремиться отщелкнуться, все время. То есть, все время вот этот обжиг, он не будет давать размякнуть материалу. То просто есть, мне интересно, клей так что придержит его, да. Не оторвется ли он на той же штукатурке или клей, же? Клей, допустим, может быть, не отщелкнется, штукатурка может не выдержать. Правильно? Может? Я не знаю. Отыграет. То есть начнет бунить там или еще. Сейчас начнут нам писать. В голове у вас играет и тому подобное. Да, ну так вот. Вот такие вот у нас продвижения. Скоро плитку, кстати, будем. Вот видите, уже почти. Почти санузел готов. Да. Чуть-чуть осталось. Как Олег говорит, несколько раз плитку перенести с угла в угол. Да. И чуть-чуть. Щелкнем, и как раз мы по шашечкам будем собирать ее на элементы. Да. Вот так вот. Продвигаемся потихонечку. Все, что хотели сказать.